Ушла из жизни ветеран архивной службы Тюменской области Майя Смирнова. Ее отличали феноменальная память, исключительное трудолюбие и профессионализм. Майю Смирнову узнали многие тюменцы, а она, кажется, знала все о Тюмени. Майя Андреевна с легкостью отвечала на вопросы журналистов об истории города и людях, которые превратили его в столицу нефти и газа. Это они изменили всю нашу область, не только город Тюмень. Ну а Тюмень, естественно, стала центром и управления, и освоения. Майя Смирнова и сама строила город-сад. В далеком 61-м закладывала колышки аллеи сквера Комсомольский, который активная молодежь Тюмени возвела на бывшем картофельном поле. Майя Андреевна до последнего дня жизни участвовала в подготовке к изданию краеведческих книг, справочников и энциклопедий. Выражаем соболезнования родным и близким.